Музей – одно из главных мест природы, проповедник. Когда туристов здесь наезд, ведь это заповедник. Здесь есть олени и бобры, кабаны и волки. Здесь все звериные миры, бабочки с иголки. Лиса и заяц под кустом, и дятел на сосне. Увидишь здесь бобровый дом, понравился он мне. Кабан пугает нас клыками, и зубр среди ветвей, еноты вместе с барсуками, на ветке соловей, орел и лебедь в облаках, лось вместе с кабаном, белки резвятся на дубах, гулял здесь пацаном. Да, много лет прошло с тех пор, но нравится музей, своеобразный здесь подбор, как сделали зверей.